Сколько у нас без земли, без киша. Ой, блядь, повисла в носу. Чебурашка вылетела в Америку. Дядю Гену съела кенгуру. Ну, сказали, хороший номер такой. Сказали, рядом с морем. Я в прошлый раз тоже ехал в Дахаб, меня выбросили в пустыне. Я там кормил верблюдов колючками. Вот так. Любит аквапарк, можете в аквапарк сходить. Кто любит текилу, можете прийти сюда, надергать кактусов и выгнать себе текилу. Это все кактусы. Обалдеть. Таких больших кактусов я еще не видел. Мало того, тут даже есть цветущие кактусы. Сейчас покажу. Вон, цветочки красные. В отеле также проводится дезинфекция. Ну, как дезинсекция, правильно говорить. От комаров, от насекомых. Ходят, обливают воду, какой-то смесью. Обрабатывают от насекомых. Поэтому в отеле практически нет насекомых, мух. Очень редко встречаются. Так, конечно, в этом плане все хорошо у них. Аптека, здесь можно маску купить, если хотите. Я покупал вчера 20 фунтов. А, 10 фунтов стоила маска в аптеке. Там дальше теннисный корт, кто любит в теннис играть. Кстати, бесплатный. Только вечером освещение. Кстати, бесплатный, да. Основной бассейн центральный. Вон лежак, можно покататься. Слева корпуса. Возле каждого бассейна традиционно спасатель. А бывает и несколько. Да, вот тут один, и вот там дальше еще один. И бар прямо в бассейне. Особенность отеля. В этих бассейнах бары прямо внутри. Не надо выходить, вы можете просто напить напитки и находиться прямо в баре. Идемте посмотрим завтра. Два ресторана на завтрак работает. Это холл у нас тут такой, несколько этажей. Мы любим вот этот, тут потише, Nubian Hall. Рис с молоком, рис с молоком, сосиски, все накрыто, все за стеклом. Здесь все приемы пищи так и происходят, все за стеклом. Крошечка. Можно чайку. Тут молоко, кто любит, и соки.
Вот помещение. Сейчас будем завтракать. На территории есть несколько бассейнов. Есть бассейн центральный, без музыки, тихий, с таким вот водопадиком. Шоппинг-центр на территории Palm Square Shopping. Вот такой вот Palm Square Shopping. Тут можно что-то себе купить. Игрушки всякие, сувенирчики, маски, ласты. За $10 можно купить маску, спокойно плавать. Мы вчера покупали и плавали. Здесь сувенирчики, всякие разные. Еще одной достопримечательностью этого отеля является такая речка. Канал такой, с камня, здесь проточная вода, за территорией следят, все чисто, ухожено, убрано, территория действительно большая, даже очень, в таком вот стиле, корпуса и бунгало, мы живем в бунгало. 445 номер. Кому интересно, кто может быть здесь будет когда-то отдыхать, то спокойно можете отдыхать в этом бунгало. Вот так вот выглядит. Вон сотрудники отеля убирают что-то там, травку чистят, все убирается. Цветут деревья, на некоторых пальмах даже финики попадаются, их вороны тут едят. В этом корпусе, я так понял, в основном живут арабы. Наших здесь мало. Но как-то все равно в перемешку живут. И нормально. Никаких проблем. Кстати, хочу сказать по поводу того, что вот говорили, египтяне там грубые, хуже, чем турки. Вон, траву косят. Ну, в предыдущем отеле можно было сказать, что это правда. В этом отеле, я не знаю, может быть, класс отеля другой. Фонтанчики. Такие вот мостики. Но в этом отеле такого нет. Очень и очень приветливый народ. Здороваются, мимо проходишь. Всегда практически улыбаются. Шутят очень часто. И, кстати, в тему шутят. Смешно шутят. Вот эти цветочки. У нас тоже такие цветочки есть, но они очень маленькие. Не знаю, эти или нет, но днем они цветут, на ночь они как-то опадают или их отдирают, не знаю. Территория отеля просто огромная. Мы ее... Который день мы здесь? Шестой день, мы до сих пор не обошли всю территорию отеля. Просто капец. Я не знаю, где она там заканчивается. Просто огромная территория. Причем в эту территорию входит два отеля. Nubian Island, Nubian Village. Нас зарегистрировали в Village. Нет, в Айленде, а живем мы в Nubian Village. Бунгало. Или в бунгало. Неважно. Ящерица. Где ящерица? Вон, спряталась. Ящериц тут полно, вон. С синими хвостами. Вон, спряталась. Вон она там сидит. Ящерица. А ночью по стенкам, там где у кого освещение уличное, ночью по стенкам лазят какие-то
геконы прямо по ровным плоским стенкам. И едят всякую мелочь. Вот так. В ту сторону тоже бунгало или бунгало, да? Бунгало, да. Такие вот ворота. И мы там не были. Наверное, и не пойдем туда. Потому что я там вроде бы как подозреваю, что это уже забор. Скорее всего. Вот мы подошли к нашему, одному из наших любимых бассейнов. Сейчас я вам его покажу и покажу вид с этого, возле этого бассейна. Тут, кстати, есть тренажерный зал наверху. Вот как раз в этом здании, по-моему, или в соседнем. Здесь мы любим зависать. Здесь относительно глубоко и музыка неплохая играет. Вот тут мы обычно зависаем. Это ресторан «Барракуда». А, да, вон спортзал. Вон. Для любителей спорта, пожалуйста, 6 человек может находиться в спортзале. И детки маленькие там не могут находиться. Одна смотровая площадочка, тут какая-то сцена небольшая, и вот там ресторан. Слева Coral, справа Барракуда. Ну, отлив, видно дно во многих местах, две лагуны. Слева можно купаться, люди купаются, и справа. Сейчас время обеденное было, народ порасходился. Поэтому мы идем, пока людей нету. Не будем дожидаться толп людей на пирсе. И мы идем поэтому заниматься снорклингом. Пока никого нет. Можно взять будет жилеты. А то понабегают очень много арабов, которые плавать не умеют. Среди них много, больше, чем среди наших. И они практически все просят жилеты. Жилеты будут заняты, поэтому нам сейчас в самый раз. А вот, кстати, бар, можем попросить что-то попить. Кто-то что-то хочет? Что-то попить, например. Пивка, например. Стробоскопный вентилятор. Вращается вокруг своей оси на 365 градусов. Очень интересно. Народ позанимал места, побросал полотенца. Ну, при этом есть свободные шезлонги. Спокойно. Вот нас трое, мы спускаемся. Пожалуйста. Вот слева есть свободные шезлонги. Пожалуйста, синие. Вот есть три места. Так что там он можно присесть. Слева. Ну, короче, нефиг ныть, что нет свободных мест, мало шезлонгов. Короче, нытики всегда найдут себе какие-то эти неприятности на свою жопу. Вон есть места, три штуки свободные. В верхних рядах есть. Фух. Да, отлив сегодня солидный. Душик. Ну там где-то поближе. А как мы туда залезем? Ногами. Ты перепрыгнул. Тебя перекину. Ну,
надо меня перекидывать, я сейчас все равно. Заказывал верблюдов, пожалуйста, тоже можно сесть на него и покататься за бесплатно. Здесь вообще в Египте все бесплатно, за $10 все бесплатно. А вот, кстати, наш бунгало, вот в нем мы и жили. На пирс. Пирс не длинный, ну, метров тут 100-120-130, до 200 метров. И рядышком риф. Офигенный коралловый риф. Видео будет обязательно. Внизу вон тоже шезлонги. Каждый день проходят какие-то веселухи. Ребята, аниматоры работают постоянно. Ясно, что вода холодная, горячая, это вообще не вопрос, об этом даже речи не идет, все есть. Два движниковых бассейна, вот этот, где мы сейчас находимся, и рядом с нашим номером, там, где проходила пивная вечеринка вчера. Это движухшные такие движниковые бассейны и большой бассейн возле центрального корпуса, там тихо, лаунж-зона, там даже музыка не играет.